Ладно, говори, что делать. У тебя же остался 3D-принтер, встроенный в паутинометы. Надо быстро кое-что напечатать. Скидываю чертеж. Пришло. Выглядит как дрон. Ганке, мы не шпионим за людьми? Не, все добровольно. Жители шлют сообщения в приложение, а оно перенаправляет их через дроны. Они называются дроны-ретрансляторы для участливых горожан. ДРУГ. У меня теперь новый друг? Да! В 7 классе я был такой миляга. Ну и? Как поднять эту штуку в воздух? Частоты забиты почти под завязку. Так что держитесь отмеченной траектории. Так сигнал будет более четким. Локальная сеть должна работать. Я уведомлю пользователей. Сообщения вот-вот начнут поступать. Пошло! Ну, за дело. Сообщение о преступлении. Подгони поближе! Давай! Ну же! Времени у нас навалом. Пока копы тут разгребают песок, мы все быстренько обчистим. Грузите в машину! Он здесь! Вломи ему! Кража оружия? Это надо пресечь! Действуем по плану! Сейчас проведем дезинсект! Кто догадался открыть стрелковый клуб в городе? Надо подать петицию! Заменим все стрелковые клубы на что-нибудь получше! Скажем, клуб комплиментов. Они никому не вредят и платить не надо. Например, ты отлично держишь удар. Молодцом! Стой, брось! А правда, идея-то классная. Меньше стрельбы, больше похвал. Мы победим! Берегись! Типа летающий паук? Паук бросает эту хрень! Справимся! Справимся! Сколько их? Решили воспользоваться тем, что город завален песком. Знать бы, из-за чего Марко взбесился. Еще приехали. Окажем им теплый прием. В стиле паука. Ты нам мешаешь! Это одна из моих способностей. Приложение так и не работает. Я знаю. Нельзя же успеть везде и сразу. Дай мне минуту. Я перезвоню. Как думаешь, он на меня злится? Стресс иногда маскируется под гнев. Ты пока ищи, кому еще помочь. Теперь как будто ты злишься. Я просто сосредоточен на деле. Мама всегда так и говорит, когда злится. Слушай, мы давно знакомы. Ты хоть раз видел меня сердитым? Дай подумать. Вопрос риторический. Видел? Помнишь, мы пошли к тебе играть в настолку, и ты все время продувал?
Я тогда злился не на тебя, а на Вселенную! Вставай! Вставай же! Я не выберусь из паутины! Он что-то задумал! Увернись! Компилирую новое приложение. Я решил, раз такое дело, заодно доведем его до ума. Нам не нужны примочки, лишь бы видеть заявки граждан. А я о чем? Пока ставится патч, надо бы расширить сеть. Как там дела у Майлза? Она там. Ей было трудно дышать. Майлз не занят? Что нужно? Заберись на крышу соседнего здания. Эй, у тебя голос странный был. Все нормально? Да, просто тут надо много думать. А я голодный. А в торговом аппарате остались только те пресные крекеры. А вот же отстой! Ах, переживу. Короче, я наконец взялся реализовать ту идею с апгрейдом. И поможет мне в этом друг, да не один. Это классная шутка, которая тебе пока непонятна. Но скоро поймешь. Я на месте. Там где-то должна быть пусковая установка. Что-то я не вижу ничего похожего. Может, песком занесло? Все, я нашел установку. Теперь что? Теперь напечатай друга. Понятно. ДРУГ. Дай угадаю. Для реагирования в условиях глушения. Почти, но важно другое. Тут используются пространственно и темпорально коррелированные сигналы. Распределительные вычисления? Ганге, ты гений! О, скажешь тоже. Я отметил траекторию для стабильной работы сети. Держись ее, и сигнал будет сильнее. Итак, местная сеть подключилась. Пришло сообщение. Вижу. Я в пути. Парни видели паука у стрелкового клуба. Валим, пока не явился. Привет! Вам помочь? Ключи потеряли! Рядом есть мастер по замкам! Забудь о победе! Столько бандитов на одну машину! Не перебор ли? Вместо того, чтобы воровать, вы бы, не знаю, людей помогли спасать, что ли? Когда я выберу, что пожалеешь?
далеко сижу, далеко гляжу. Михо, ты в порядке? Да, мама. А ты? Да. Я сейчас помогаю Глории в пире. О, ты виделся с мистером Сумидо? Нет. Мы это обсуждали. Человек-паук не поможет тебе поступить в колледж? Я с ним поговорю. Обещаю. Мне пора. Вас, бросайте в бой артиллерию. Артиллерию? С дороги! Держи! Паучок! Новый запрос. Ганки, ты молодец. Приложение стало еще лучше. Спасибо. Майлз, ответим на эти вызовы и обратно в школу. Разберусь. Погоди, я поговорю с врачами.
Так, вы меня разозлили! Я пообщалась с врачами. Там есть что-нибудь наподобие кристалла? Да. Ага. Врачи говорят, что разум Марку буквально раскололся на части. Жуть! И почему эти песочные чуваки бьют меня? Вероятно, это частицы его подсознания. Они защищают то, что скрыто в кристалле. Но, по идее, если найти все осколки, ты сможешь собрать его воедино. Тяжело быть человеком из песка! Ну, Марко, за что так боролось твое подсознание? Вот ты рядом со мной, а вот тебя уже нет. Говорящий кристалл? Ладно. Похоже, он хранит частичку его памяти. МДЖ сказала, по городу разбросаны другие кристаллы. Буду иметь в виду. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Понял. Ганке, а мистер Сумида еще там? Да, он сейчас в Хейли. Она тянет время как может. Класс! Надеюсь, он объяснит мне, как писать эссе. И все с ним возишься? Слушай, раз меня уже взяли в УЭС, я мог бы помочь. Не, ты и так много для меня делаешь. И если ты поможешь мне поступить, то потом вечно будешь мне это припоминать. Да, это правда. Предчувствие. Эй! Не подходите к лимузину! А! Это паук! Бей его! Я не промахнусь! Паутина слишком крепкая! Брось! У меня... Я не выберусь из паутины! Надо глянуть, как там пассажир. Джона Джеймса. Надо сказать пауку. Так, мистер Джеймсон, доставим вас в больницу. Человек-паук, ты не поверишь, кто был в том лимузине. Не терпится узнать. Сейчас только запечатаю гидрант. Мистер Джеймсон, я Человек-паук, вы как? Я захожу! Слева! Привет, паук! Смотри, кто здесь! Чего? А где? Человек-паук! Джона, светочей моих, вы в порядке? Помогите! Меня похищают! Что? Нет, я вам помогаю! Сфотографируйте их! Преступники в масках похищают журналиста! Вы все такой же! Ну, хоть и врачам не грубите! Эй!
Меня похитили! Я согласия не давал! Я не... Угрозы! Всюду одни угрозы! Но Джона Джеймсон с этой темы не съедет! Я с этой темы не съеду! А куда я еду? Куда я еду? Мистер Паркер, где вы? А, директор Эванс, здрасте. Да, это я, Питер Паркер. Простите, случилось ЧП, я скоро буду, обещаю. Если я не увижу вас через 10 секунд, я... О, нет, связь плохо. Скоро. Не верится, что я это сделал. Где мистер Сумида? А, он только ушел. Сказал, что его ждет отпуск. Что? Это же здорово, Хейли. А, еще, пока тебя не было, я узнал, что меня взяли в программу РЕНТ. Серьезно? Да. То есть полная стипендия? У всех большой день. Жаль, я пропустил. Ох, блин. Не могу смотреть. Но и не смотреть не могу. Директор Эванс. Да. Смотрите, кто соизволил явиться. Я знаю, что вы могли подумать. Подумать? Мне очень жаль. Тут и думать не о чем. Знаю. Это просто смешно. Не хотел, чтобы так вышло, и этого точно не повторится. С меня достаточно. Но послушайте. Нет, не послушаю. Вы должны защищать учеников, а не бросать их. Вы уволены. Майлз, я не представляю, как совмещать подвиги с работой. Но я знаю, ты сам разберешься. Привет. Сочувствую насчет работы. Если что, ты не худший учитель, который у нас был. Стоит вписать это в резюме? Слушай, в бюллетень Нью-Йорка предлагают присылать свои фотографии. Я сам вчера отправил. Платят немного, но платят. Это газета Робби Робертсона. Мы раньше работали в Бьюгл. Думаю, я знаю, что ему понравится. Спасибо. Не за что. Будет время, я тоже пошлю им еще пару фоток. Робби говорил... Не показывайте мне город, покажите мне Нью-Йорк. Это что-то. Ну вот. Теперь отправить и... Пит, как дела, сынок? Робби, привет! Прости за внезапный звонок, но... Хотел сказать, что выслал тебе фото на одобрение. Какая прелесть. Мы его непременно опубликуем. Мне пора на совещание, но если у тебя будут еще снимки сердца Нью-Йорка, присылай. Рад был тебя слышать. Взаимно, Робби. Спасибо.
напали. Надо спешить. Кто завернул к нам на огонек? Привет! Про тебя хотел сказать то же самое! Это Человек-паук! Лови букашку! Ничего себе, я присоединюсь! Наваляем, паучок! Огуст! Спасибо! Надо как-нибудь сделать гастрольный тур! Ну что ж, наконец-то будет повод собрать паука-мобиль! Не думал, что ты настолько быстрый, паучок.